Габдулла Тукай. Стихотворение «Ребенок и мотылек». Читают дети группы номер 4 «Всезнайки» детского сада номер 61. Мотылек, как же так? Тому я как? Целый день ты летал и совсем не устал. Краска, ты как ты живешь? Что ты ешь? Что ты пьешь? Где твой милый? Где твой дом? А кафе большой? Я живу на лугах и в садах, и в лесах. Я летаю весь день в голубых небесах. Солнце ласково мой свет ошаляет мой плов. Не дай пить ее ароматы цветов. Будь добрым со мной и не трогай меня.